А ты моя жаркая, Герда? Ты моя маленькая. У вас Герда? Да, здесь. Ну, что надо рвать? Совсем малюсенькая. Она в половину от лосей. Конечно. У нас она и младше. Он не доедает. Он такая. Он не любит толстую. Так, это кому? Так, вот это Алиса. Алиса! Что-то они тут уже засосаны, что ли? Нет. Он слиплись уже. Ну потому что так, они. Где Алиса? Вот Алиса, маленькая. Вот она. Все правильно. Иди сюда. Расслабься. Опять маленькая не досталась. Еще. Опять не досталась. Герда. Все, твои будут маленькие. Герда. Вот она здесь. Вот она, Герда. Вот она, вот она. Вот давай, она здесь. Давай поменяемся, возьми Алису. Где там знаешься? Все, говорит, и мне дали. Они все знают свои имена. Ну и хорошо, если кто-то один приходит кормить, по именам подзываешь, остальные толпятся, но знают, что это не. Ну. Че, лапки, лапки висят. Че, уже съел. Алиса. Алису. Алиса Константиновна. Все? Ой, этого с бороды так и течет даже. Да. А он когда целоваться листья, вся в молоке потом. А, я говорит, пойду листиками заем. Это у них ритуал. Ой, я их приучила рано. Сразу. После молока сразу надо есть листики и веточки. Там у тебя же голова не влазит. Влазит. Скажи, у меня все влазит. Да, Ляля? Ляля. Ляля. Лось и человек. Человека-лось. Но она нормальная ветка? Да. К остальным лосям-то стало. Да, нормально, и вес набираем по графику. Ну, завтра будем взвешивать. И прибавлять молоко. Там просто медленно сосет, что ли, или соска пугает. Соски разные. Я же их режу только приблизительно на глаз. Ну, дорогая. Вот.